Житель Аксая Бейімбет Каресов пришел в Центр обслуживания населения для повторного получения водительских прав. Специалисты ЦОНа дали рекомендации молодому человеку, чтобы он имел некоторые представления о том, как получить документ. Татьяна Раскалеева, жительница города, также не скрывает, что часто ходит в этот центр. Хотя количество электронных услуг все больше и больше, необходимо терпение и некоторое время ожидания, говорит она. Я постоянный клиент ЦОНа, прихожу постоянно, то выписывают, то прописывают по своим делам. Обслуживайтесь хорошо, вежливые все. На сегодняшний день работа Центра обслуживания населения имеет большое значение. Здесь налажена работа по системе одного окна. Несмотря на то, что число граждан, обращающихся для получения услуг, увеличивается с каждым днем, система работы здесь хорошо организована. Люди, которые приходят в ЦОН, имеют возможность получить сразу несколько видов услуг. Для этого, чтобы заменить права, нужно получить электронную цифровую подпись. Для этого, чтобы получить электронную цифровую подпись, нужно будет флешку и удостоверение принести. После этого подаете на замену водительского удостоверения. Срок оказывается 60 минут. То есть подаете дома электронную подпись, пока приедете в ЦОН, этот срок уже уйдет 60 минут. Благодаря услуге электронного портала за последние 3 года было оказано огромное количество услуг. Число пользователей растет. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».